Генеральной прокуратурой Азербайджана в настоящее время проводится расследование в связи с недавними заявлениями депутата Государственной Думы России, зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина. Так, 28 марта Делягин в ходе передачи на телеканале «Россия-1» выступил с провокационным заявлением о применении ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности Азербайджана. Генпрокуратурой Азербайджана 29 марта было возбуждено уголовное дело в его отношении по 4 статьям Уголовного кодекса. Ввиду наличия достаточных доказательств, дающих основания для предъявления обвинения, в тот же день депутат был объявлен в международный розыск по линии Интерпола с избранием в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В то же время в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы для обеспечения немедленного задержания обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран и его экстрадиции в Азербайджан для привлечения к ответственности. В Генеральной прокуратуре Азербайджана заявили, что в связи с любыми провокационными действиями, направленными против национальных интересов безопасности и территориальной целостности нашей страны, будут приниматься предусмотренные законом меры. По их правилам, а не по...